Сегодня были проведены пожарно-тактические учения на торгово-развлекательный центр «Пирамида». Данные учения проведены в рамках подготовки личного состава территориального пожарно-спасательного гарнизона. В ходе учений были отработаны вопросы спасения людей различными способами, как с использованием носилок, спасательных веревок, подъемных механизмов. Также были отработаны вопросы по работе звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде и, соответственно, по тушению пожаров на объектах с массовым пребыванием. Было задействовано 8 основных отделений на цистернах и 4 автомобиля специальных. Личного состава всего было задействовано 56 человек. На данный период проведения учений вся автоматика, которая должна была быть, она приведена в полном соответствии и сработала. При сработке автоматической пожарной сигнализации на объекте спокойно, без паники, двигаться к ближайшему выходу. По указателям, если человек вдруг запутался, есть всегда указатели эвакуационных выходов, спокойно выходить на свежий воздух.